В рамках 4-й международной научно-практической конференции «Интеллектуальная собственность в современном мире. Вызовы времени и перспективы развития» состоялась выставка финалистов республиканского конкурса «Лучший патент Беларуси». Среди учреждений образования, изобретения которых были признаны передовыми, отличился и Полский государственный университет имени Ефросини Полоцкой. Евразийский патент университета «Сырьевая смесь для получения теплоизоляционного материала» отмечена среди финалистов конкурса. Участница народного литературно-музыкального коллектива «Крылья» централизованной библиотечной системы города Новополоцка поэтесса Инна Соломаха завоевала главную награду престижного фестиваля «Витебский листопад». Женщина получила специальную премию признания, ранее ставшая лауреатом первой степени в номинации «Поэзия. Авторское произведение». С 23 по 27 октября на велотреке «Крылатская» прошли чемпионат, кубок и первенство России, а также всероссийские соревнования и кубок Федерации велосипедного спорта в городе Москве по велоспорту на треке. По итогам состязаний в копилке белорусской сборной 9 медалей.